Ждать Деда Мороза со Снегурочкой пока еще рано, подсказывает календарь. Ну а тем, кому хочется окунуться в детство и ощутить новогодний праздник, могут просто созерцать вечерний магаз. Центральные улицы столицы украшены яркими гирляндами и лампами. Праздник уже сегодня дарит городская мэрия. В столице завершены работы по дополнительному освещению и оформлению центральных улиц города. Это улица Бота Гагиева и Кайсына Кулиева. Так, еще планируется провести праздничное освещение по улице Саида Чахкиева и на продолжение улицы Кайсына Кулиева. Первыми почти всегда преображаются витрины магазинов и кафе. За чисто вымытыми стеклами появляются светодиодные дождики, а фигуры излюбленных сказочных героев украшают парадную часть. Кстати, на этот счет администрация магаза устроила отдельный конкурс. Город по-настоящему засверкает ярко, когда предприниматели столицы начнут украшать бутики и торговые точки. Конкурс на лучшее оформление прилегающей территории объектов предпринимательской деятельности нами был объявлен с 15 ноября до 15 декабря. Любой желающий предприниматель, который хочет принять участие в данном конкурсе, может подать заявку. Положение о конкурсе размещено на официальном сайте администрации. К примеру, в прошлогоднем конкурсе на лучшее новогоднее оформление выиграл магазин парфюмерии. Сотрудницы, признаются, старались украсить бутик необычно, и не зря выиграли ценные призы. У нас было и внешнее оформление, и внутри все было очень красиво. Вы сами непосредственно понимали? Да, мы всей командой оформляли наш магазин. Украшенные разноцветными гирляндами и огромными шарами елки, подсвеченные остановки и декоративные зонты ожидания. Главный новогодний атрибут, как всегда, это наряженная елка у башни Согласия. Все это еще предстоит увидеть, а горожанам просто ожидать зимнего торжества. Адам Ирешков, Хамзат Халухоев, Новости 24.